сиреневый фотон в тумане проплывает. Над 108-й горит полночная звезда. Профессор, не спеши, профессор понимает, что с физикою я прощаюсь навсегда. To look back the mirror. All interesting things happen on its opposite side. Welcome to the looking glass. Into the optical looking glass. Итак, мы с вами обсудили вопросы, связанные с пространственной когерентностью. Теперь с временной. Если пространственная когерентность была связана с шириной некогерентного осветителя, то теперь давайте перейдем с этой точки зрения в идеальную ситуацию, когда ширина равна нулю. В этом случае наша формула окажется следующая. И от x, от y я уже теперь не буду интересоваться, мы все равно не знаем эту зависимость. Если ширина 0, то у нас будет единица плюс косинус 4π на лямбда, а на d x. У нас получается идеальная картинка с идеальной видностью. Если смотреть сверху по-школьному, вот у нас есть точечный источник, вот эта щель сверху видна как точка. Дальше есть экран с двумя щелями, точки плюс-минус А. И дальше есть экран наблюдения. И у нас свет идет отсюда к экрану так и так. Ну, это я перерисовал эту картинку, вид сверху, так, как ее обычно рисуют в школе. При этом понятно, что школьный подход плох тем, что поскольку это у нас щели, школьный подход учитывает только свет, идущий отсюда на эту щель и сюда, а пучки, идущие так вверх и вниз, они никак не учитываются. Но вот наш тот расчет, который мы с вами сейчас выполнили, оправдывает школьный расчет, поскольку у нас получился после всех честных вычислений результат, совпадающий со школьным. Что приятно. И вот то, что мы делали, оправдывает те странные действия, которые делаются в элементарной физике, и, как ни странно, приводят к правильному результату. Однако, как это всегда бывает в физике, это не есть правда до конца. Дело в том, что пока мы считали, что у нас источник монохроматический. И мы считали, что спектр нашего источника и, ну теперь лучше говорить от омега, от частоты, имел только одну компоненту на частоте омега с нуликом. Сами понимаете, такого не бывает. Чисто монохроматических источников света не бывает. И мы должны посмотреть, как этот результат подизменится, если у нас частоты теперь у источников разные. Для того, чтобы перейти к частоте, я должен вспомнить, что 2π на лямбда это есть k, а k это есть омега на c. Поэтому нашу формулу мы можем написать так. И от x равняется, ну, некоторая константа и с ноликом. Мы о константах с вами не заботились. Единица плюс косинус, а под косинусом стоит 2 омега на c, а делить на dx. Ну вот теперь давайте рассмотрим случай, когда у нас источник света светит не одной частотой омега с ноликом, ее нету, а двумя близкими спектральными линиями. Например, на частоте омега с ноликом плюс дельта омега пополам и омега с ноликом минус дельта омега пополам. Расстояние между этими линиями дельта омега.
Ну, чтобы вы не думали, что я выдумываю что-нибудь очень уж экзотичное, вот в натриевых лампах, которыми улицу часто освещают, там в натрии светится очень сильно яркая желтая такая линия красивая. Желтая линия натрия. Поэтому уличный свет имеет такой желто-оранжевый оттенок. Там светится вот эта линия натрия. И надо сказать, она очень яркая. Натрий довольно летучий атом, элемент химический. И поэтому зажечь электрический разряд в натриевой атмосфере не так уж и трудно. Поэтому давно-давно экспериментаторы любили работать с натрием. Вообще со щелочными металлами удобно работать и теоретикам, и экспериментаторам. Знаете почему? У них наверху один электрон. Там все сильно проще. Проще атома натрия есть только атом водорода. Там нет еще электронов, которые около ядра находятся. Так вот, первые эксперименты по интерференции, одни из первых, делали с помощью желтой линии натрия. И оказалось, что там получается совсем не то, что здесь получилось. Дело в том, что желтая линия натрия состоит из двух близко расположенных компонентов. Это называется желтый дуплет натрия. Если вы посмотрите через призму на линию, на спектр натрия, вы увидите желтую линию. А если возьмете хорошую дифракционную решетку с большим числом штрихов, вы увидите, что линия там двойная. И желтый дуплет натрия – это вообще притча во языцах. Все очень любят говорить про желтый дуплет натрия. Кстати, я уж скажу, из-за чего получается, что там линия двойная. Ну, наверное, вы знаете, на самом деле мы в курсе электричества об этом немножко говорили, что на самом деле свет излучается за счет того, что электроны в атоме могут иметь разные энергии, они сидят, как говорят, на разных энергетических уровнях. И когда электрон отсюда прыгает вниз, он излучает свет. Так вот, у натрия конфигурация 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. И вот этот внешний электрон атома натрия ответственен за излучение света. Вот этот уровень соответствует тому, что электрон сидится на подуровне 3s1. А дальше есть еще подуровень 3p, которые пустые. Но вот электрон с 3s может уйти на 3p, а в p состоянии там энергия больше. Вот это состояние соответствует электрону, сидящему на p уровне. И когда он прыгает отсюда сюда, излучается свет желтого цвета. Но вот вся хитрость в том, что электрон в s состоянии, наверное, слышали, что s электронное облако, химики говорят какие-то такие странные вещи, оно сферически симметричное, и в некотором смысле электрон стоит и никуда не летит. Но сфера, она не меняется со временем. А вот P-облака, они хитрые формы. Они устроены либо вот так, либо вот так. И они не обладают сферической симметрией, и там в некотором смысле электрон летает. Но если электрон летает вокруг ядра, то электрону кажется, что ядро, что он неподвижен, а движется ядро. Но когда электрону кажется, что движется ядро, любой заряженный объект при движении, кроме электрического поля, какое создает поле? Магнитное. И когда электрон находится в P-состоянии, он как бы чувствует магнитное поле, как бы движущегося ядра, хотя на самом деле движется как бы он. Видите, как мне сложно приходится говорить. На самом деле он и не движется, он как бы движется. И он как бы чувствует как бы существующее магнитное поле. Вот разобраться со всеми как бы предстоит вам в курсе квантовой механики. Что там на самом деле надо говорить, этому посвящена квантовая механика. И, наверное, мы сделаем так. У вас базовый курс квантовой механики будет, а для желающих мы параллельно будем читать куда более серьезную квантовую механику, кто хочет. Если вы наберетесь, будет курс, не наберетесь, я спокойно вздохну с облегчением. Ну, потому что общий курс, который здесь считается, это как бы курс квантовой механики. Нет, его читает очень квалифицированный человек. Мне очень интересно с ним разговаривать,
но его подход состоит в том, что а им что рассказывают, что не рассказывают, все равно ничего не поймут, так зачем рассказывать? Что, в общем, недалеко от истины. Поэтому общий курс, он скорее состоит из математического аппарата квантовой механики, а до квантовой механики там не доходит. Почти. Ну так вот, электрон чувствует как бы магнитное поле, как бы движущегося ядра. Но самое хитрое состоит в том, что сам электрон как бы является магнитиком. Он летает не только как бы вокруг ядра, он еще как бы крутится вокруг своей оси. А если мы его считаем заряженным шариком, который как бы крутится, это значит, что бегают токи и возникает свое магнитное поле. Это свойство электрона как бы крутиться и как бы создавать свое собственное магнитное поле называется спином. Так вот, электрон как бы крутится может как по часовой, так и против часовой стрелки. В результате магнитик электрона может иметь свой магнитный момент, направленный как бы вдоль магнитного поля, как бы летающего ядра, а как бы и против. При этом энергия магнитного диполя в магнитном поле, как мы помним с вами все хорошо из курса электродинамики, это скалярное произведение магнитного момента на поле. И поэтому в зависимости от ориентации или направления как бы вращения электрона, у нас либо энергия электрона в магнитном поле есть дополнительная вот за счет этого магнитного взаимодействия со знаком плюс, либо со знаком минус. И поэтому 3P уровень на самом деле представим как два близко расположенных уровня. На одном находятся те атомы, у которых электроны как бы крутятся по часовой стрелке из-за своего спина, а на другом, когда они крутятся против часовой стрелки. И когда эти электроны прыгают на нерасщепленный 1s уровень, энергия излучаемого света чуточку разная. И вот поэтому у атома натрия не одна линия, а две. За счет того, что у электрона спин может как бы смотреть наверх, а как бы смотреть вниз. Вот отсюда возникает желтый дуплет натрия. Но нам с вами интересно узнать, какая же интерференционная картинка возникнет в том случае, когда у нас есть две интенсивности. Понятно, что в этом случае свет не когерентный, у них частоты разные. Поэтому надо просто складывать интенсивности. От одной линии здесь надо написать 2 омега плюс дельта омега пополам, а от второй 2 омега минус дельта омега пополам. Поэтому суммарная интенсивность от источника вот с таким спектром будет такая. И с ноликом единица плюс косинус 2 омега плюс дельта омега пополам на c а d x плюс и с ноликом на единица плюс косинус от 2 омега минус дельта омега пополам на c а на dx. Теперь возникает серьезная проблема сложить два косинуса. Превратить... Да, ну, во-первых, у нас, конечно, сложатся единички, поэтому у нас будет 2 и с ноликом от этих единичек. А теперь будет еще и с ноликом на сумму двух косинусов. Сумма двух косинусов, косинусы четные функции, поэтому их сумма тоже четная функция. Если мы будем превращать их в произведение, будет произведение косинусов. Поэтому это будет, скорее всего, удвоенное произведение косинуса полусуммы на косинус полуразности. Итого получится 2 и с ноликом на косинус полуразности. Сколько же это будет? Надо от этого отнять это. Омеги с ноликом съедятся, а дельта омега станет в два раза больше. Поэтому будет 2 дельта омега на c, а к dx на косинус полусуммы. Косинус, а если полусумма,
А если полусумма, будет просто 2 омега. На c. А, здесь, извините. Здесь, когда полуразность это двойка, с этой двойкой сокращается, здесь не будет. А когда сумма будет 2 омега на c, а dx. Или 2 и с ноликом на единица плюс косинус. Расстояние между двумя линиями в частотном масштабе, деленное на c, а к dx, на косинус от 2 омега на c, а к dx. Вот так преобразуется это выражение. Но посмотрите, что у нас получилось. У нас получилось, что света стало в два раза больше. Но, естественно, когда две линии, света в два раза больше, чем если бы одна линия светилась. Дальше единица плюс косинус. Причем это обычный косинус, который получался при интерференции. В том случае, когда у нас была одна линия. Для одной линии у нас как раз такой косинус и получался. Но этот косинус умножается вот на такой множитель. И этот множитель здесь перед x большой множитель, смотрите, здесь стоит частота, поэтому этот множитель колеблется очень быстро. А вот этот множитель колеблется очень медленно, потому что здесь стоит не частота, а разность частот. Поэтому у нас на самом деле есть быстрые колебания интенсивности при перемещении вдоль x, которые промодулированы медленной косинусоидой. Как же в этом случае будет выглядеть график? Интенсивность света от x, когда мы смещаемся сюда, в том случае, когда у нас источник состоит из двух близких линий, а так x. Сперва я нарисую 2 и с ноликом, константу. На фоне этой константы, сдвинутые на 2 и с ноликом сверху, я нарисую вот этот медленный меняющийся множитель. Он меняется с x медленно. Здесь он максимален. Потом обращается в ноль. Когда-то косинус в ноль обращается. Но когда аргумент равен пи пополам. Короче, это вот такая огибающая. А внутри мечется этот косинус. Вот так выглядит распределение интенсивности при интерференции, когда у нас есть две близкие спектральные линии. Как это выглядит на самом деле? Это означает, что здесь у нас хорошая интерференционная картинка, хорошие полосы, но когда мы приближаемся сюда, картинка становится все хуже и хуже, и здесь у нас равномерно светящийся экран. Потом снова появляются хорошие полосы, но поскольку этот косинус становится отрицательным, они как идут? В обратном порядке. Там, где у нас были светлые полосы, появляются темные полосы, где темные, появляются светлые. У нас снова появляется интерференционная картинка, но инвертированная. Потом снова прозрачный экран, потом снова картинка. И у нас оказывается, что интерференционная картинка вот такая периодическая. Ясно, что у нас функция видности теперь меняется при движении вдоль экрана. Там у нас функция видности была одинакова на всем экране, и на всем экране то появлялись полосы, то исчезают. А вот теперь функция видности дергается при смещении вдоль оси x по экрану. Ну и вот когда кинули свет от
лампа, натриевые лампы на щели Юнга и увидели вот такую картинку, тогда еще не знали, что линия натрия желтая двойная, все были сильно озадачены. Ну а потом люди поняли, с чем это связано. Это все связано с тем, что у нас натрий – это не единичная, не одинарная линия, а так, как говорят, дуплет. Это две линии. Ну вот, после того, как с этим разобрались, стало ясно экспериментально, что линия натрия желтая двойная, но уж как это объяснить теоретически, этим стала заниматься квантовая механика. Ну, вы сами понимаете, что не часто возникает излучение в виде двойных линий. Чаще возникает другое. Любая линия, она тоже не бесконечно узкая. Любая спектральная линия имеет конечную ширину из-за естественного уширения, из-за доплеровского уширения, о которых мы говорили. Поэтому на самом деле мы освещаем опыт Юнга некоторым непрерывным распределением света по какому-то интервалу. Поэтому следующую задачу, которую хотелось бы решить, это что будет, если мы будем освещать щель Юнга вот таким спектром 0, а на интервале дельта-омега спектр постоянный. Это, конечно, не так. Мы помним, что в случае естественного уширения у нас тут лоренцовский контур, тут максимум, здесь минимумы. В случае доплерового уширения у нас доплеровский контур. Но давайте для простоты аппроксимируем его вот таким прямоугольничком. Как вы думаете, как в этом случае надо найти интерференционную картинку? Когда были две линии, мы суммировали. А когда у нас непрерывный спектр, что надо будет делать? Да, надо будет интегрировать по дельта-омега. И когда мы будем интегрировать такую функцию, у нас снова получится синус чего-то делить на что-то, на косинус угла. Если мы проинтегрируем и будем заниматься спектром конечной ширины, то огибающая у нас будет не осциллирующая косинусоида, а огибающая будет выглядеть примерно так. Вот если это освещенность экрана, который был бы просто равномерно освещен без интерференции, то огибающая будет теперь не такой, если проинтегрировать, а она будет иметь вид типа функции синус x делить на x. Вот такая будет огибающая, которая возникает при интерференции источником света со сплошным спектром. На жаргоне говорится, что это интерференция в белом свете. Понятно, что тогда теперь здесь у нас хорошая картинка, потом она портится, здесь она исчезает. Дальше возникает инвертированная картинка, но уже с худшей видностью. Потом снова инвертированная картинка и так далее. Вот это характерный вид качества интерференционной картины, когда мы облучаем все не монохроматическим светом. Посмотрите, хорошая интерференция находится вблизи центра экрана. А когда мы уходим далеко от центра экрана, интерференционная картинка практически не видна. Вы видели на видеоролике, что когда мы зеркало Ллойда облучали белым светом, ну не белым, там был свет ртутной лампы, мы видели несколько полос в центре картинки, а дальше был практически равномерно освещенный экран. Поэтому на самом деле интерференция видна лишь близко к геометрической оси, симметрии нашей картинки. А когда мы уходим далеко в стороны от центра картинки, мы видим плохую интерференцию. Вот это ухудшение интерференции, качества интерференционной картины при уходе от центра экрана на большие расстояния, связанное с тем, что мы на самом деле облучаем всегда щели Юнга не монохроматическим излучением, а сплошным спектром в каком-то диапазоне. Вот этот эффект ухудшения качества по мере ухода от центра симметрии нашей картины как раз и связывают с временной когерентностью. Дело в том, что вот здесь, посередине, у нас картинка хорошая, а здесь картинка плохая. С чем это связано?
На самом деле все очень просто. Дело в том, что чем дальше мы уходим от центра экрана, тем больше оказывается разность длин путей, которые свет проходит по этой траектории и по этой траектории. И когда эти пути становятся сильно различными по длине, интерференция исчезает. Почему? Да все очень просто. На самом деле источник света излучает свет не непрерывной косинусоидой, а короткими цугами. И когда мы с вами кидаем короткий цуг, который пошел по двум путям, отсюда и отсюда, ведь на самом деле у нас идет сферическая волна, и поэтому цуг находится здесь и здесь. Дальше тут идут вторичные сферические волны, и около центра экрана у нас цуги идут по симметричным траекториям, и сюда они приходят почти одновременно. И тогда при сложении цуги накладываются друг на друга. И в результате, в зависимости от того, насколько один относительно другого чуть-чуть запаздывает, я напомню, что на самом деле в цуге помещается 10⁸ колебаний. И поэтому запаздывание на 1-2 колебания мало чего меняет. Они накладываются и интерферируют. А теперь они пошли в эту точку по совершенно разным путям. Смотрите, этот путь короче, и сюда цуг уже подошел. А этот цуг, который идет по этому пути, где окажется? Да еще где-то здесь. И тогда этот цуг придет на экран и его осветит, а спустя некоторое время по второму пути пройдет другой цуг. Они проинтерферируют вместе? Да никогда, они в разное время приходят. Поэтому для того, чтобы получилась интерференция, надо, чтобы цуги приходили на экран, накладываясь друг на друга. Иначе никакой интерференции не будет. Они будут просто по очереди освещать экран, и мы с вами ничего не увидим. Так при каком условии? Так вот, этот максимум наблюдения интерференционной картинки как раз связан с тем, что вот в этой области экрана у нас цуги эффективно накладываются друг на друга. Давайте оценим, когда это произойдет. Понятно, что разность хода, разница двух длин путей, дельта L, должна быть меньше длины цуга. Только тогда цуги наложатся друг на друга и возникнет интерференция. Причем чем они лучше накладываются, если только один цуг наложится на хвост другого цуга, то только в этот момент будет интерференция. А здесь и здесь они будут освещать экран, не гася друг друга. Поэтому лучше всего интерференция происходит, когда цуги точно накладываются по длине один на другой, тогда они интерферируют лучше всего, и именно поэтому точно в центре экрана у нас лучшая интерференционная картинка. Но чтобы они хоть как-то проинтерферировали, надо, чтобы разность хода была меньше, чем длина цуга. Чему же равна длина цуга? Но если цуг имеет длительность t, то длина цуга – это скорость света умножить на длительность цуга. Но длительность цуга как можно оценить длительность цуга? Мы с вами помнили, что чем короче цуг, тем шире спектр. И у нас было такое соотношение. Ширина спектра по частотам на длительность цуга есть величина порядка 2π. Кстати, если это уравнение с двух сторон умножить на постоянную Планка, и вспомнить, что частота умножить на постоянную Планка – это есть энергия, это соотношение называется соотношением неопределенности энергии и времени. Но мы с вами без всякой квантовой механики, из чистой Фурье преобразования, видели, что ширина спектра на время существования системы есть величина порядка 2π. Поэтому у нас t – это 2π на дельта омега. Поэтому у нас будет c умножить на 2π на характерную ширину спектра. Ну и поэтому для того, чтобы наблюдать интерференцию, надо, чтобы разность хода, умноженная на ширину спектра, облучающего наш экран излучения, была бы не больше,
чем 2π делить на c, умножить на c. Но отсюда понятно, что чем более монохроматичное излучение, чем у нас меньше ширина спектра, тем большая разность хода позволяет нам наблюдать интерференцию. Поэтому, когда вы светите очень узким лазерным излучением с узким спектром, там почти дельта-функция, вы видите очень хорошую интерференционную картинку почти на всем экране. И вы видите хорошо чередующиеся максимумы и минимумы по всей длине экрана. Но стоит вам начать светить в щели Юнга белым светом, у которого ширина спектра очень маленькая, у вас разность хода, оказывается, ширина спектра очень большая у белого света, разность хода оказывается очень маленькой. И это означает, что вы можете наблюдать хорошую картинку только в самом центре экрана. А стоит вам отойти от центра экрана, там картинка исчезает. Ну вот, говорят, что когда вы видите интерференцию здесь, говорится, что выполняется условие временной когерентности, а когда вы ушли по экрану так далеко, что там интерференция исчезла, из-за того, что цуги перестали накладываться друг на друга, говорят, что у вас нарушено условие временной когерентности, и вы не видите интерференционную картинку. Итак, пространственная когерентность связана с шириной облучающего источника, и она ответственна за то, видим мы или нет интерференционную картинку в центре экрана, а временная когерентность связана с конечностью длины цугов, конечностью спектра излучения, и она отвечает, этот параметр, за то, как ухудшается картинка интерференции по мере удаления от центра экрана. На самом деле, конечно, работают обе причины, и та, и другая. И у нас картинка ухудшается по двум причинам. И из-за того, что мы ее смотрим не совсем в центре экрана, и из-за того, что облучающая щель конечной ширины. Все вместе описывается достаточно сложным математическим аппаратом, который называется достаточно красиво. Он называется комплексной степенью когерентности. Но об этом мы с вами здесь рассказывать я вам ничего не буду. Это слишком для нашего курса формальная и сложная вещь.